с вами доктор Голден, и мы продолжаем играть в Пятую часть Фрогги 2 «Сказки стали ужасом». Я попытался туман прошлого пройти, в общем, не получается у меня что-то пока пройти его, поэтому попробуем «Сонную ночь». Тут мы не должны заснуть. Надеюсь, я быстренько ее пройду, эту ночь. Лучше включить все компьютеры на всякий случай. Так как тут не спать? Тут такое творится. Как я нервничаю, блин. Так, Фрогги, уйди, уйди. Так, все хорошо пока что. Все пока что хорошо. Фух. Удалось пережить. Ох, да как вы меня достали, чертовы гномы. Китти. Фух. Четыре часа. Все хорошо пока что. Надеюсь, я смогу.
Не спать. Нет, Фроги, уйди. Пять часов, давай, 6 утра дайте мне. Так, все хорошо, все в порядке. Крока, Кити. Ну что, доставил вентиляцию. Господи, как вы меня достали. Есть, я пережил. Я прошел испытание сонного чух. Ох, я смог пройти испытание сонной ночью. Ух. О нет, не разбей бутылку. Я... Нет, мне мало было этой бутылок у философа, чтобы набрать очки и найти какие-то определенные находки и предметы. Так, и самое интересное, я 200 тысяч до сих пор не могу набрать. Это 200 тысяч набрать, это нереально. А тут еще надо... пройти целую ночь, не разбивая бутылок. Это вообще невозможно будет ли? У меня такое чувство, что нет. А туман прошлого так, может быть, и возможно пройти его, но он очень сложный, по крайней мере для меня. Но если кто-то уже смог пройти, то значит и я смогу в итоге. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как вам и мои прохождения, все такое. Можете даже сказать, какое лучшее испытание пройти вот следующим. Так, сонная ночь мы прошли, сегодня до 92% мы прошли. Всем пока и удачи.